Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть с вами в Angry Birds Epic. Ну что же, поехали, у нас следующая с вами миссия. И здесь у нас обычные свиньи. Давайте покажем им, где раки зимуют. Не получай много повреждений и победи всех свиней. Так, отлично, ребята. Ну что же, давайте пробафаемся маленько. Так, защитимся. Ну, атака у них слабенькая здесь, как мы видим. Хотя... как сказать, да? Ой, что же я сделал? Я хотел немножко не так. Ну ладно. Да что ты будешь делать? Я же хотел навести, елки-палки, а. Видимо, еще не проснулся. Ладно, сейчас мы им устроим. Так, ну что же, атакуем. Так, отлично. Так, один готов. Ну ты сейчас допрыгаешься, а, свин. На, получи. А тебя молнией. Ну что же, остался у нас последний. Мы его сейчас по-быстренькому прихлопнем. Не получилось по-быстренькому. Придется по-длинненькому. Ну что же, готово все, ребята. И мы переходим на следующий уровень. Эх, черт подери. На 3 звезды не потянули. Ладно. Да. Дропик тоже не особо хороший. Ладно, как-нибудь перебьемся. Так, ну что, куда нам идти, ребята? Нам надо в кольцевую, да, получается? Здесь. Слушайте, а как мне интересно. А, тут мы уже были, да? Тут мы были. Хотя вот это вот яйцо я, по-моему. А можно обратно вернуться сюда? Так. Кобальтовые плато. Не надо мне. А вот сюда-то можно зайти? Хм, странно. Ладно, ребят, пойдемте тогда. Подождите, здесь же все пройдено. Нафиг я так делаю? А куда тогда нам надо? Я что-то не врублюсь. А, вот, вот здесь надо пройти, ребята. Флага-то нету, значит, он еще не пройден, этот этап. Ну что же, у нас бой. Так, давайте вот так вот сделаем. Отлично, и атакуем. Что ты там задумался? Как же все-таки у нас медленно набирается вот этот вот перчик. Так, ну что ж, давайте тогда вот так сделаем, пожалуй. И вот так. Да, так будет лучше всего. Ух ты, это что это такое он там захотел сделать с моей птичкой? Ну все, им конец. А нет, смотрите-ка. Ну а теперь точно. Так, отлично, ребята. В принципе, все довольно легко и просто пока у нас. Продвигаемся с вами дальше. На 3 звезды. Это хорошо. Так, получили 2 полена и пробирку. Собирайте бесплатные ресурсы в прибыльных местах. Постараемся. Ох ты, волшебный котел. Ребят, мы получили вари полезные и вкусные зелья. Это что у нас такое новенькое появилось? Сейчас мы с вами посмотрим. Ага, коснись. Еще раз коснуться надо. И что? Ну почему две? Так. Так ты подожди ты. Сразу закрывать. Я хотел разобраться хоть маленько, а он сразу же меня почему-то выводит отсюда. Так всегда. Так же и с наковальней, помните, было, да? Только я научился создавать оружие, как меня сразу оттуда стали выгонять. Ну что же. Я так понимаю, сейчас, скорее всего, наверное, будет босс. Хотя нет, обычные свиньи. Давайте их распинаем и заберем. По-моему, там наверху лежало яйцо. Всего один? А, нет, ребят, смотрите, здесь у нас целая дорога будет. Пока мы дойдем до сундука с вами. Ну что ж, поехали. И в конце, наверное, нас будет ожидать босс. Ну что же, продвигаемся. Ага, тут у нас этажи.
Ух ты, тут уже их на порядок, ребята, больше. Очень-очень плохо. Ну ладно, эти-то сосунки. А вот этот вот щитом мне не нравится, если честно. Ах, что вытворяет. Ну давайте еще разок. Так, надо вот этого добивать. Нечего ему тут, как говорится, жизнь портить моим птичкам. Так, что такое? Коснитесь. Ага, и перетащить сюда. Ну-ка. Оу, 50 хп восстановил. Это хорошо, ребята. Подхил мне как раз нужен был. Так, продвигаемся на третий этаж. Оу, тут босс у нас, блин. Что же делать-то, я даже не знаю. Ага. У меня есть перец, но я боюсь, что там еще будет какой-нибудь босяра в конце. И тратиться как бы на него не особо охота. И в то же время я боюсь, что он может нас атаковать. Причем довольно, блин, серьезно. Если мы его успеем, конечно, забомбить. Хотя в этом я очень сильно сомневаюсь. Придется тратить перец, ребята. На ты получи. Так, и перемещаемся с вами на четвертый этаж. И здесь нас кто будет поджидать? Ух ты! Ёлки ты палки, ребята. Ну давайте бомбанем магией. Ах, довольно крепкие, ребята. А что у меня вообще тут есть? Это что такое? Я не знаю, что. Почему-то даже не подписано. Так, 16 монеточек стоит. Черт его знает, что это такое. И, по ходу дела, я не узнаю. Так, смотри, смотри. Опа! Вот он что делает. Давайте еще разок магии. Шикарно. Вот этого добьем. Ну, а потом займемся и тем свином. Если, конечно, мы доживем. В чем я очень сильно сомневаюсь. Так, вот так, по-моему, да? Отлично. Магии. Ну, давай, птичка, добивай его. Ах, ты, ядрить тебя на корень. Так, хватает. В принципе, да, ребята, всего одну монетку стоит 50 хп восстановить. Это довольно хорошо. Это означает то, что мы здесь продержимся. И пройдем с вами далее. Ну что же, предпоследний этаж. И здесь у нас Паш. Как его звали-то? Свиное рыло? Ух ты, еще и маг здесь пришел. Ёлки-палки. Оп-оп-оп-оп. Нифига, он его наделил силой, да? Хорошо. Давайте мы сделаем вот так, ребята. Получи. Ох, ничего себе. Вот это да. Ёлки-палки, вы посмотрите, тут еще какие-то. Блин. Оу, стаканчик-то уже 10 монет стоит, ребят. Представляете? 10 монет. Нет, я боюсь, мы здесь с вами не справимся. Почему-то такое впечатление у меня складывается. Сейчас, если мою птичку мага забомбят, то я боюсь, все, это будет крышка. Так, что я тут могу делать? Абсолютно. Ну-ка, это что такое? Что я сделал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вот так, наверное, сделаем. Ох, чуть-чуть, ребят, не хватает. Давайте попробуем через перец. Совсем ни шиша не выходит у нас. Ёлки-палки, и монетки у меня кончились. Не означает ли это наш проигрыш, а? Боюсь, что означает. Сейчас он мне птичку-то и убьет. Да, ребята. Неудачно воскресить. А я и монетки-то все потратил. Ёлки ты палки. Вот непруха. Да потому что у меня не было, извините меня, нормального оружия. Какой-то, извините меня, Г в руках находится. Утешительный приз. Спасибо, елки-палки. Коктейльчик они мне дали. Так, надо зайти в эту, в наковальню.
и сделать себе хорошее оружие какое-нибудь. Но это не дело на самом деле. Так, вот здесь у нас находится наша мастерская. Так, где у нас кузница? Вот. Что я тут могу сделать? Так, щит. И как? Так. 4, 2, 4. Могу что-то сделать. 1. Да. Ерунда получилась. Немножко не могу догнать. Как мне купить? Ну, купил. Копье-вилка. А если я не хочу, например, копье-вилка, что вы мне прикажете делать, а? Немножко я не пойму. Так, а это что такое? Удваивает опыт, полученный за бой. Все, понятно, ребята. А здесь... Навсегда улучшает волшебный котел. Твои шансы получить больше звезд при варке серьезно возрастут. Помидор какой-то. Базовый ингредиент для алхимии. Ясно. Не пропустите, не пропустите. Так, ну что у нас здесь есть? Ну, вилка у нас экипирована, да? И щит экипированный. Ну, я не знаю. А у мага, вот у нашего, по-моему... Как был носок, посох с носком, так он и остался. Так, и книжка. Так, шлем здесь есть. Слушайте, ну а как, например, мне сделать новый шмот? Вот если я захожу сюда. Золотая наковальня, ну это понятно. То есть я ничего не смогу сделать. Абсолютно, да? Особые умения тут еще какие-то. Золотая наковальня стоит 125 золотых. Значит, тут надо, ребята, зарабатывать золото. Другого способа я пока не вижу. Птичий транспорт. Без птичьего транспорта ты не сможешь добраться до изолированных областей Свинского острова. Исследуй остров, чтобы найти их. Да, хорошо. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, давайте продолжать с вами играть в игру Angry Birds Epic. Что нас сегодня ожидает наших птичек, мы узнаем. Так, у нас, смотрите, мы дошли с вами до яйца, и я так понимаю, мы должны его спасти. Ну что ж, попробуем, да? Почему бы и нет? Так, подождите, а что у нас тут такое? Я не понял. Так, ага, забрать можно. Хорошо, забираем. И... Так, а как же мне напасть-то на яйцо-то? Каждый день твои друзья могут дарить тебе один бесплатный знак дружбы. Ага, все понятно. Так, ну что, давайте глянем, наверное, с вами в наковальню. И что мы здесь можем сделать? А мы, по-моему, ничего не можем. Да, ребят, ничего у нас тут не получится. Видимо, не хватает... Хотя, почему не хватает? 3. Ну-ка. Ух ты. Опа-на. Слушайте, 26. Я так понимаю, что это лучше, да? Или хуже? Не пойму, немножко экипировано написано. Ага. Ладно, отлично. Ну, у нас сейчас цель другая. С вами отбить яйцо. Первое. Из многочисленных, которых они похитили у нас, эти свинюшки. Так что давайте забирать. Только вот как это мне сделать, пока я что-то не пойму. Ну-ка. А как мне... Ага, вот как. И тут у нас, ребята, обычные свиньи нападают в больших количествах. Слушайте, но здесь, смотрите-ка. Даже я и не знаю, ребята, что... Что мне и делать. Но в любом случае придется их атаковать. 3 звезды за победу увеличат размер награды. В принципе, все понятно. И у нас... Ух ты, здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 свинюшек нам придется, ребят, с вами пройти.
Получи. Так, что у нас? Ну, давайте его магией. Ах ты, ёк-пак. Смотрите, у него какой-то иммунитет. Причем довольно хороший. К магической атаке. Но, тем не менее, мы его побеждаем. Двигаемся с вами далее. Вторая волна. Так, ну здесь уже, ребята, их побольше. Вы посмотрите. Так, ну что, бомбанем, наверное, магией. Ой-ой-ой-ой-ой. Не очень-то, честно говоря, много мы отняли. Слушайте, а как мне... В принципе, мы сейчас посмотрим с вами, сможем ли потом подлечиться. Да, ребят, нам нужно подхил обязательно. Иначе мы здесь проиграем. Ах ты, елки-палки, с перышком он тут бегает. Ну ладно, давайте еще разок магии. Вот так вот будет лучше. И у нас с вами накопился перчик. И получаем новый 4-й уровень. Это хорошо, ребят. Ага, а вот у нас, ребята, и босс. Давайте глянем, что у нас тут есть. Так, монеток нету. Но есть, по-моему, 5 коктейлей. Отлично. Что же, наверное, придется нам применять. Вот так. Атакуй. Ох ты, довольно неплохо, я скажу вам, ребят. Мы огрели этого свина. Так, пока он тут будет раздумывать, я думаю, мы сможем его победить за этот промежуток времени. Ну давай, 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 Чак, атакуй. Только бы не удар, только бы не удар, а... Все, отлично, ребят, добиваем его. Хе-хе, Салабон. Так, двигаемся с вами дальше. И это у нас будет с вами 4-я волна. Кто здесь у нас? Ох ты, смотри, какой охламон. Так, что бы мне здесь предпринять? Ну, для начала мы звезданем магию. Это полезное дело. Так. А теперь мой птенчик вот этого, наверное, греет. Смотри-ка, мы не добили, ребята, его. Ох, я боюсь, сейчас вот этот вот как даст нам. Так, он опять здесь что-то раздумывает. Ну-ка, давайте-ка еще магии. Так, отлично. Я даже не знаю, или нам подкрепить кого-нибудь. Давайте вот этого Чака мы подкрепим маленько. Потому что я боюсь, что этот сейчас как ударит. Я не знаю, какая у него будет атака. Даже представлять не хочу. Ну, думаю, довольно нехило. Он сейчас ударит. Опа, давай-ка. Как же тебя звать-то, я же забыл. О, и мы проходим, ребята. Так, и теперь у нас последний будет враг. И я боюсь, как бы здесь не босс был бы. Ага, вы смотрите. Что ты? Свиное рыло, или как там? Сало. Оп-оп-оп-оп, ребята, он вырос. И, видимо, наделили его какой-то определенной силой. Скорее всего, дайте-ка я гляну, что у него здесь есть. Наносит 3 на 14 единиц урона. Уклонение пассивное при атаке отражает весь урон, превышающий 36. Но согласитесь же, что это несправедливо. Это ведь несправедливо. Отражает он. Смотрите, видели? Уклонился. Оу, тут еще какие-то бомбочки, смотрите. Он призвал, надо подлечить его срочно. И я даже не знаю, что делать. Ну, давайте по нему ударим. Ага, бомбы все-таки взрываются, это хорошо. Так, что он тут раздумывает? Ой-ой-ой, бедная моя птичка. Как же мне тебя спасти от его атаки, а? Так, призывает бомбу. Ну что ж, ребята, по-моему, все, мы справились. Да, мы его подбили. И добрались до какого-то сундука. 3 звезды даже получили. Отлично, давайте крутим рулеточку. Шикарно. Жалко, сундук, конечно, нам не выпал. Что тут такое? Коснитесь, ну. Еще раз можно, да? Оу, выпал нам сундучок. И из него выпало 3 коктейля и 25 свиных монеток. Думаю, это отличный лут. Так что давайте смотреть, что нас ждет дальше. Ух ты, заставка. Так, оу, птички радуются. Мы наконец-то вернули первое свое яйцо. И там еще, извините, целая куча яиц, которых нам придется
захватить. Используйте перец ярости мудро. Обязательно, обязательно я буду применять перец мудрости мудро. Так, ну что ж, довольно неплохо. Игра, как говорится, входит в самый разгар. И куда же ты у нас полетел, магистр? Ого! Там что, открывается еще карта, что ли? Я так понимаю. Четыре... А, нет. Да, четыре яйца у него еще. О, ребят, смотрите, елки-палки. Вот это карта. Вот. Вот это нам придется попутешествовать. И здесь только лишь второе он выкладывает. Эти опять сматываются куда-то. Так, опять они с этой свиньей золотой. Копилка, я так понимаю. Новый уровень, ребята, четвертый. Птичья сила выросла у нас. И здоровье и атака всех птиц увеличена. Что ж, хорошо. И получаем что-то мы новое. Ага, 100 монет свиных. Птичье яйцо, поздравляем, ты спас первое яйцо. Твоя награда 100 пяточков. Ага, это пятачки, значит. И мы разрушили эту башню с тремя звездами. И следующее у нас показывают сюда. Давайте посмотрим. Тренировочная. Птица-молния и страж. За 100 пятачков я могу сделать страж. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Я, честно говоря, продано. Так, подожди, я что-то не понял. А, это шлем, по ходу дела, ребят. Ну-ка, сейчас увидим. Так, коснитесь сюда. Ну, коснулся. Теперь сюда показывают. И... Да, ребята, это был шлем. Прикольный довольно-таки шлем, я смотрю. Так, закрываем здесь все. И у нас с вами... Смотрите. Я так понимаю, это свиной маг. Какой-то огненный, по ходу дела. Посмотри видео сейчас, получи 20% здоровья и атаки в этом сражении. Нет, я не хочу смотреть видео, я попробую своими силами, да, ребята? Так, и у нас, ребята, с вами бой. Ну что же. Так, давайте для начала магии. Ага, тут уже не так все просто, как хотелось бы. Так, ну я, по крайней мере, в шлеме, я защищен, что там, со спичкой, что ли? Он со спичкой, у него оружие это спичка, я так понимаю, да? Ну что ж, довольно неплохо придумали. Со спичкой. Ой, блин. Так, ладно, что-то он тут опять задумывает. И, видимо, ого. Ого, ребята, у него массовая атака, оказывается. Вот оно что. Мы ему понизили атаку. Хе-хей, все, добиваем его. На, получи, магистр кислых щей. И мы проходим эту миссию, ребята. На 3 звезды очень даже хорошо. Давайте реворд получим хороший. Ну, конечно, не тут-то было. Слушайте, один кристалл можно потратить, но зачем, я пока ума не приложу. Не будем мы ничего тратить, оставим все как есть. Вдруг там потом они пригодятся действительно на какие-нибудь очень важные вещи. Так, ну что тут? Давай быстрее прогружайся, мне интересно узнать, что там будет у нас дальше. Так, коснитесь. Ага, тут сундучок какой-то, ребята. 100 пятачков и 2 коктейля. Слушайте, я могу вот здесь вот вернуться и купить? Нет, походу дела нет. Ребята, жаль. Я, знаете, думал докупить шапку магу. Ну, здесь написано, коснитесь сюда. Ладно, коснемся. Оу, глиняная сфера. Это мастерская у нас. Глиняная сфера, 166. К чему? К жизням, что ли? Ну, давай купим, раз уж вы заставляете меня взять. Так, теперь сюда. Меняйте класс птицы, чтобы использовать в сражении новые навыки. Так, и написано нам на наковальню. Так, щит. Якобы нам нужно скрафтить вот эту штуку. Ну, давай сделаем. И мы вообще без звезд? Да ладно тебе. Так, мой чак получил, ребята, щит. Понимаете, щит, но без единой звезды. Очень плохо. Меня это немножко расстроило даже. Ну что ж поделаешь. Хочешь, не хочешь, а придется играть таким. Так, собирай бесплатные ресурсы в прибыльных местах. Так,
Ух ты. Это эпичный пакет стоит почти 400 рублей. Жирно, больно. О, ребят, могу вернуться и купить птицу-молнию за 115 пятачков. Давайте я куплю. Хорошо, я надеюсь, вы не против будете. И... подождите, а как экипировать-то? Я подзабыл немножко. Черт, а как экипировкой-то заняться? Я уже забыл, блин. Может, сюда? Нет, не то. Не то, ребята. По-моему, наверное, может быть, здесь? Так, каждое оружие и защитный предмет обладает дополнительным пассивным эффектом. Так, ну что, давай-ка, Чак, мы тебе оденем вот эту шапку. Она же будет лучше? Или хуже? Что-то я не понял. Так, это у нас буря, да, силовой щит. А это истощение энергии, молниеносная атака. Угу, вот оно, значит, как. Так, а вот здесь у нас была книга раньше, да? Она просто делает мощь. А вот это у нас живучесть поднимает. Ну что же, хорошо. Ладно, ребят, посмотрим, как у нас будут сейчас птички наши воевать. Надеюсь, у них все будет отлично. И мы дальше будем справляться с нашими злыми врагами-свиньями. Так. Ну да-да-да-да, я понял. Повторно вращай колесо фортуны. Хорошо, здесь мы все выкупили, а здесь у нас, ребят, по-моему, что-то осталось, да? Щит. Щит из забора. Ну, он стоит, извините меня, 15 пятачков. В принципе, мы можем его купить. Давайте посмотрим, что это за щит. Так, отлично. Теперь мы глянем щит из забора. Так, что он нам сейчас даст? Ну-ка, по-моему, это тебе, да, если я не ошибаюсь. Где у нас щиты? Слушайте, нет, это... так, бодрость дает этот щит, а этот... ну-ка. Минус... нет, вот этот будет получше, ребята. Слушайте, значит, это для Чака? Погоди, что-то я немножко не понял. Щит из забора, так? Так. А где он, ребят? Где этот щит из забора? Оу, ничего себе у меня тут оружие-то. Вот это вот у меня экипировано, да? Серия атак. А вот это у нас... слушайте, они что, абсолютно одинаковые у нас получается? Да, ребята. А идентичные. А вот этот, я думаю, наверное, можно будет продать как-то, да? Или их нельзя продать? Ладно, в общем, мы вот это одеваем. И идем с вами уже действительно драться. Блин, а что ж такое щит из забора и даже никому не могу поставить? Мне это немножко, если честно, удивило. Хм, странненько, конечно. Так, ну ладно, а вот этот... о, минералы. Отлично, давайте их заберем все. Вот так-то оно будет лучше. И здесь я не могу взять ничего, хотя тут лежит сундук, как вы видите. Ладно, поехали сюда, на следующий уровень у нас. И нас тут опять встречает, извините меня, маг и всякие мелкие подхалимы. Сейчас я их накумарю. Мы немножко приоделись, все-таки шлем. Ой, салатбоны, ну-ка, что у меня за магия такая? Ага, вот как. Слушайте, ну, по-моему, молния, наверное, была получше. Или нет? Что он делает? Он высасывает энергию, как я понимаю. Но к себе он ее не перетягивает. Ага, тут еще и волна. Ёлки-ты-палки. Ладно, давай так сделаем. Слушайте, я, наверное, все-таки поставлю, ребята, обратно молнию. Почему-то мне кажется, что с ней как-то мы лучше дрались. Хотя, может быть, я еще весь потенциал не узнал этой магии. Так, отлично. Перец у нас, ребята, накопится. Но я его тратить сейчас не буду, так как у нас еще там будет очередная волна. Я думаю, там будет босс. Так, продвигаемся с вами далее. О, вот, в принципе, о чем я вам говорил.
Так, а что он делает, если я вот так вот сделаю? Так, Чак, Чак. Нет, это не Чак. Давайте, блин, я даже не знаю, надо вот этого бомбить, по идее. Ух ты, у меня серия атак, оказывается. И я бью одним ударом одновременно двух. Для этого придется мне использовать перец. Ну-ка. Вот. Нет, в этом случае он ударяет только одного. Так, хорош, иди отсюда со своей спичкой. Ну, получи тогда. Засранец мелкий, а. Думай, думай, думай. Я в этот момент тебя сейчас накумарю. Вот так. Эх, не добил маленько. Но Чак делает свое дело. Ну что же, мы дошли до рулетки. Будем сейчас, видимо, крутить ее. О, три звезды дали, шикарно. Так, ну давайте крутанем. Оп. Черт подери, ну хотелось бы, конечно, другое, ну ладно. Пускай остается так. Ребята, если кто играет в эту игру, давайте добавляйтесь в друзья. Я хочу получать знаки дружбы. За них, я так понимаю, мы что-то сможем. А, за них я смогу крутить рулетку. Так, что тут у нас опять? Опять свиное сало убежал. С ним вот этот вот воришка под хлеб. Оу, новая птичка, ребята. Новая птичка у нас здесь. Что ты там делаешь? Давишь огород у моей птички. Ну, засранец, я тебе сейчас устрою. Так, сюда я зайти не могу. Можно открыть с помощью желтого ключа, хранящегося у принца сала. Добудь его. Понятно, значит, нам надо догнать сало, отобрать ключик, а потом мы сможем пройти сюда. И здесь... И здесь у нас какой-то, извините меня, свин... Свина Марио. По-другому его не назвать. Уж больно он похож в этой кепке. Вот. И сейчас мы будем... Ой, я же хотел, ребята, поставить опять себе молнии, но забыл это сделать. Да, косяк. Косяк, ребята, мой. Так, я даже не знаю, кого атаковать. Давайте вот этих мелких, наверное, проныр. Что-то их тут слишком уж много. Он еще тем более с какой-то пушкой. Действительно... О-о-о! Что это такое сейчас было? Действительно похож на Марио. Так, ну что ж, давайте высосим энергию. Так, вот этого тоже ликвидируем. Главное дожить, ребят, дожить. Слушайте, довольно сильно бьют. Так, дайте-ка я подлечусь. Тут у нас еще, слава богу, есть коктейльчики. Так, и будем, наверное, атаковать вот этого. Что-то не особо хорошо получается. Вот, перец у меня накопился. Ребят, я буду сейчас перец использовать вот на этого зеленого. Придется опять подкрепляться. Довольно быстро разбирает. Давай-ка так сначала, потому что я боюсь, что он будет атаковать вон того. И теперь перец. Шикарно. Все прошло как нельзя хорошо. Давай вот этого мелкого прыща. Все, мы его добили, ребята, и проходим. И получаем к тому же новый уровень, пятый. Вот-вот-вот, давай, стой тут и грусти. А я пока рулеточку крутану. Так, получил помидор и какой-то ящик с чем-то. Да, главное не забыть сейчас поменять магию себе на молнию. Истощение мне не особо нравится, как-то оно малоэффективно, если... быть проще. Новый уровень. Птичья сила подросла. Ну, это самое... Ух ты! Что такое? Войдите в Rovio аккаунт и играй с разных устройств, сохраняя прогресс и получить подарок. Смотреть. Чего смотреть-то? Я так и не понял. Так, смотреть, гость. Играйте вместе с друзьями. Ну что ж, давайте войдем. Ну что ж, ребята, пишут, что прошло все успешно. Так, или зарегистрируйтесь, если у тебя нет аккаунта. Нет, все, мне так вполне устраивает. И мы с вами продолжаем играть. Так, возвращай. Ой, елки-палки, что же я сделал-то? Надо же было мне поменять там магию. Ладно, сейчас, ребятушки, я вернусь.
обратно. Жалко, конечно, что вот это вот слишком долго идет, вот эти вот подгрузки с этими вот подсказками, так скажем. Так, давайте-ка зайду, поменяю магию. Не нравится мне это истощение. Вы сами прекрасно видели, что какое-то оно малоэффективное. Так, вот у меня... хотел показать на картинке, но не успел. Так, давай, родной, мы поставим тебе вот эту вот... Подожди, это у нас, по-моему, от оружия, да, зависит? Или от чего? А! Чё-то я запамятовал, ребят. Ага, вот, силовой щит. Да, это зависит у нас от шапки. Будет у нас буря. Истощение энергии, молниеносная атака. Нет, все-таки вот так вот мы оставим. Да. Может быть, конечно, я и заблуждаюсь. Но, тем не менее. Молния он бьет. Все-таки я могу на птичку на свою, на вторую поставить эту электрическую защиту. При атаке она будет автоматически атаковать свиней, которые на меня нападают. В общем, я в ней больше вижу выгоды. Ну что ж, давайте сюда перемещаться. Так, и у нас здесь свиная мощь опять. Ну ладно, свиная мощь. Давай мы тебе сейчас тут рыльца твою свиное. Так, ну что же, понеслась, ребята, у нас драка. И мы, наверное, сделаем вот так вот сначала с вами. Так, атакуем. Сразу двоих, отлично. Мы ему понизили атаку. Ах ты, смотри, что делает. Ну, радостный, ну хорошо. Порадуешься ты у меня сейчас. Молния, получи. Что он там? Оу. И этот еще, да? Нет, этот какой-то бафер у нас. А этот вот фаерболом. Ребята, они, как я смотрю, не бьют нас. Они чисто магией дерутся. Так, ну что же, я думаю, добьем мы его. Или не получится? Нет, не получается. Так, опять он фаербол. И все, на этот раз ему крышка. Сдулся. Даже перчик не использовал. Так, и продвигаемся с вами далее. Так, крутанем рулетку. Ну, согласимся на такой. Чё уж делать. Так, и у нас тут один шаг осталось до новой птички, ребят. Так что, наверное, мы сейчас ее освободим, наверное. Если у нас это получится. Так, сундучок. Из него мы получили коктейль, банан и еще что-то. Ну, свиное рыло, а. Сейчас ты у меня тут досмеешься. И свиная мощь, практически как у меня. Нападает в больших количествах. Ладно, будем пытаться. Все равно нам отступать некуда. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, отлично. Давайте мы молнии. И теперь вот этого мелкого добьем. Слушайте, как-то странно, да? Иногда срабатывает на двоих атака, а иногда нет. Не знаю, от чего это все зависит. Вот так вот вам. А, здесь у нас опять будет 4 волны, ребята, 4 волны. Так что будем стараться аккуратненько проходить, чтобы нам хватило. И как раз у нас скоро перчик с вами накопится. Ах ты, смотри, с мухобойкой. Ну, получи тогда. Так, давай-ка его накумарим. Ух ты, довольно неплохо ударил. Так, наверное, Чака надо будет подлечить, мне кажется. Ребят, посмотрите, у него уже мало ХП. И лучше перестраховаться лишний раз. Да что такое, иди сюда, коктейль, ну. Вот так, отлично. Чак, давай теперь магией. Шикарно. Не добили, не добили. Но перчик я все-таки сохраню на последнего врага. Вот так вот. И магией. Так, свинтус у нас там отдыхает. И этого мы сейчас добьем. Да, и у нас еще одна волна на нас бежит. И это уже, по-моему, заключительная. И это будет босс. Так, что же мне сделать-то? Давайте вот так вот провернем. Так, и под перчиком ударим. Вот так вот. Отлично я его приголубил, так скажем. Получи-ка. Такая музыка, знаете, как этот. Только что была, как будто это во времена Тараса Бульбы, короче. Казаки.
донские под такую плясали. Или я что-то путаю? Вот тут еще и какие-то и мотивчики, сами знаете, какой мелодии есть. Все, ребят, в общем, мы проходим. Забомбили этого босса. И, надеюсь, сейчас нам отдадут птичку. Или нет. Крутим. Ладно, согласимся. На две семечки и полено. Так, свинские врата можно открывать свинским ключом такого же цвета. Вот оно еще в чем, загвоздочка. Ключик нужен определенного цвета под определенные двери. Но, совет. Класс, птица-молния. Так, подожди. Класс, птица-молния. Чака, ключ к победе. Используй умение истощения энергии и сними положительные эффекты с целей. Вот оно что. Смотреть. Истощение, значит, снимает еще помимо всего положительный эффект, ребята, с врагов. Ну что же, уговорили, давай оденем. Так уж и быть. Можем мы что-нибудь с вами новенькое сделать или нет, а? Как вы думаете, не хватает у меня здесь? Ага, вот что я могу. Нет, ребята, не могу, у меня не хватает ящика. Хотя, почему не хватает? Всего хватает. Нет, не хватает. Трех ящиков и два дерева, чтобы я смог сделать вот этот вот щит из забора. Ну, я пока, наверное, перебьюсь. Не будем транжирить с вами. Ну, давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Мне уже не терпится там. Еле-еле тут прогружаешь. Тут какой-то пенек еще. А, это ресурс у нас здесь. Ну что ж, довольно неплохо. Ну что, ребят, давайте спасать нашу птичку. Так, и тут награда. Три помидора. Хорошо. Три помидора. Ну, видимо, надо для чего-то, елки-палки. Так, ух ты, это что такое? С мороженым? Что ли? Ну, получи тогда мороженка. Так, давай истощение на тебя. Ой, что это он такой там делает? Что это? Что он себе на лицо там намазал? Ого! Ну-ка, давай-ка истощение. Снимаем с него все эти эффекты. Нечего тут прохлаждаться, да, ребят? Так, истощение. С мороженком тут прибежал. Кстати, это вот он давит овощи у моей птички. Не тут-то было. Вот, на-ка, снимем. А, все, он погиб. И мы прошли. Довольно легкий такой босс, ребята, если честно. Так, две звезды жалко получили. Ну, ну давай один потратим кристаллик. Хорошо. Черт, то же самое, а. Нет, хорош. Я знаю, что это развод. Какое-то новое достижение я получил. Знакомься, Матильда. Ага, значит, у нас новый герой сейчас появится. Матильда ее звать. Ну, давайте глянем, что она нам предложит. Какие услуги. Так. Привет, ребята. Ух ты. Разозлили ее. Этот принц сало сматывается какому-то профессору. Так, и побежал, побежал. И еще на шар, что ли, сейчас сядет? Так, экипировали его. И полетел он, да? Еще язык мне показывает, а? Че, не утащить? Так, новая. Матильда. Талантливый целитель и способный неплохо ударить. Ребята, это целитель у нас оказывается. То бишь, мы с вами сейчас открыли доктора, лекаря. Ну что же, а на этом тогда я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Так что не пропадайте. Все, всем пока, до новых видосиков, ребята.